Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Уважаемый господин Брайан Бойд, вы без сомнения уже получили сообщение о безвременной кончине вашего сына, но я обязан рассказать вам, как это произошло. Он искренне верил. Невозможно выразить словами. Он был прекрасным человеком. Учитывая обстоятельства его гибели, нам всем очень его не хватает. Служил на благо Отечества. Храбро сражался. Был верным другом. Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования. Полковник, вы должны это знать. Да. Двое бойцов погибли в Нормандии. Еще один у Омаха Бич. Шон Райан. Этот сектор Юта. Питер Райан. А этот был убит в Новой Гвинее. Дэниел Райан. Они братья, сэр. Я только что узнал, что сегодня их мать получит сразу 3 телеграммы. Это еще не все. Есть четвертый брат, самый младший. Он где-то в Нормандии, но мы не знаем, где именно. Этот парень жив. Мы отправим кого-нибудь на поиски. И, черт подери, вытащим его оттуда. Рядовой из 101-й дивизии потерял 3 братьев, и нужно вернуть его домой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Это была важнейшая операция во время Великой войны. 8 человек, рискуя своей жизнью, должны были спасти одного. Он хочет, чтобы мы взяли детей. Нет, нет, мы не можем. Я не знаю никакого Райана, это всего лишь имя. Но, чтобы вернуться домой к жене, мне нужно найти его. Это моя миссия. Том Хэнкс, Эдвард Бёрнс. Спасти рядового Райана. Подпишись на канал и ставь лайк. Приятного просмотра.